Готовим фрикадельки с грибами. Берем говяжий фарш, добавляем лук, солим, перчим. Хорошо перемешиваем. Лепим фрикадельки, обваливаем в муке и жарим на сковороде на растительном масле. Жарим до золотистой корочки. Далее убираем фрикадельки в сторонку. Здесь же обжариваем грибы, вливаем сливки, солим, перчим, возвращаем фрикадельки, накрываем крышкой и тушим 15-20 минут. Фрикадельки готовы. Всем приятного аппетита. С вами была Дания.